Неустойчивое настроение погоды продолжается. В понедельник столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов. При этом возможны частые кратковременные дожди, которые принесут дискомфорт. В течение недели погода будет достаточно неустойчива. Во вторник и ночь на среду пройдет также атмосферный фронт с дождями, который принесет облачность. Что же касается погодного настроения в среду и в четверг, то по прогнозам синоптиков осадков днем не ожидается. Температура составит от 18 до 23 градусов. Ночью, как и положено, будет холоднее, плюс 10, плюс 13. Любителям поплавать расстраиваться не стоит, ведь вода в водоемах еще теплая. Температура воды, особенно около Нижнего Новгорода, в Оке и Волге, составит 23 градуса, то к концу недели, конечно, немного пониже, до 20-21 градуса станет. По климатическим данным синоптиков, лето закончится, как и положено, к концу сентября, после чего эстафетную палочку перехватит осень, которая даст возможность жителям региона насладиться умеренно теплой погодой.